на территории Республики Северная Осетия и Алания установились неблагоприятные погодные условия. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. ГИБДД настоятельно советует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит их жизнь и здоровье. Пешеходам использовать световозвращающие элементы при пересечении проезжей части. Снимите капюшоны, уберите предметы, ограничивающие обзор. Снимите наушники и прогнозируйте ситуацию на дороге.